сегодня готовлю очень простое печенье родом из детства. Яблочки в платочке. Начинаем. И для приготовления мне понадобится сливочное масло, творог, мука, щепотка соли, яблоки и сахарная пудра. К размягченному сливочному маслу добавляю щепотку соли, творог и начинаем перетирать все это. Для этого рецепта лучше всего подойдет пастообразный творог. И понемногу подсыпаем муку. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Перекладываю его в пакет и отправляю в холодильник примерно на полчаса. Яблоки очищаю от кожуры. И каждую четвертинку разрезаю еще пополам. Рабочую поверхность я присыпала мукой, тесто также присыпаю мукой и раскатываю пласт толщиной примерно 3 мм. Яблоки для выпечки лучше всего использовать кисло-сладкие или кислые. У меня кисло-сладкие, сахара я к ним не добавляю. Нам достаточно сладости, которая будет в сахарной пудре, которой я буду посыпать печенье сверху. Вы же сахар можете добавить. Печенье отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Печенье выпекалось у меня примерно полчаса, но у меня духовка газовая, в ней все готовится немного дольше, чем в электрической. Поэтому смотрите по своей духовке, чтобы печенье стало приятного золотистого цвета. Теперь оно должно полностью остыть. Остывшее печенье обваливаю в сахарной пудре. И можем подавать к чаю. Печенье очень вкусное, нежное и ароматное. Готовится очень быстро, а съедается еще быстрее. Очень советую приготовить. И приятного всем аппетита!